Так. Ну а сейчас пришло время моего выбора. Костюм Стефания сразил меня до глубины души. Я выбираю для себя розовый цвет. Очень нравится мне этот оттенок. И мне нравится, что это костюм. Это сразу и курточка, и брючки. 2999 рублей цена. Посмотри, Юль, как удобно. Могу сделать укороченный вариант. Могу, если вечером стало прохладно, капюшончик, рукавчики подтянули. Но и в брючках функциональные карманы. Все продумано. Прекрасно тебя понимаю. Очень поддерживаю твой выбор, потому что сама обожаю спортивные костюмы. А когда они в таком дизайне, это и спорт, это и одежда комфортная на каждый день. Костюм Стефания представлен в трех цветах. Давайте разбираться. Красный цвет. Сейчас на вашем экране по шнурочку мы ориентируемся и по основному принту. Далее у нас цвет терракотовый. Ариша, давай я его вперед. Вот так вот. Терракотовый оттенок очень стильный. Я его считаю таким вот абсолютно на любой возраст. Цвет и скромный, и такой благородный очень. Ничего лишнего. Приятно. Мама моя бы точно выбрала именно этот цвет. А какой приятный по материалу наш костюм. Ой, мы сейчас про материал поговорим обязательно. Ой. На Лальчику посмотрим. Наша модель примеряет вот такой приятный цвет розовый. Красный цвет розовый сегодня выбираю я. Посмотри, как здорово смотрится на Лале. Очень нравится, да? Вот смотри, я с Лалей разной внешности, разного типа, а идет как ей, так и мне. Значит, и вы, смотря сейчас прямой эфир, можем не сомневаться, что он обязательно вам подойдет. Очень удобно и очень выгодно сегодня по одной цене забрать сразу две вещи. Ну что ж, костюм Стефани – это комфорт и это красота. И красота всегда в деталях. Вот, женщины, обращайте внимание всегда вот на детали, которые украшают одежду. В данном случае все продумано просто идеально. Даже фурнитура женственная, она разная. Бегуночек у молнии, он разный у костюмов Стефани. Вот в данном случае в терракоте это нежнейшее сердечко. Посмотрите, это просто украшение. Да. Это просто ювелирное украшение почти. Очень. Ты знаешь, Юля, вот говорят, что если изделие качественное, то оно качественно во всем. Мне нравится, что в терракотовом и в красном у нас сердечко, а у меня штурвал. Я сегодня капитан дальнего плавания. А почему нет? Смотрите, как хорошо. Вот как красиво и нежно продумано, что даже под каждый цвет подобрана своя фурнитура. Вот такой штурвал для тех, кто собирается на море. Кстати, Юля, вот про ткань. Мне кажется, для поездки, особенно на море, особенно вечером или где-то в доме отдыха, такой костюмчик незаменим. Согласна с тобой, незаменим он не только потому, что он красив, незаменим он потому, что это трикотажное вискозное полотно. Вискоза ткань дышащая, потому что делают ее из целлюлозы, из натурального сырья. Поэтому, конечно, кожа будет дышать. Максимум свободы в движении дает костюм за счет своего трикотажного эластичного плетения. Вот, идеальный тандем. Вот в таком костюме прям даже хочется выйти на подиум и почувствовать себя моделью, красоваться, рассматривать себя со всех сторон. Ну что, так красиво, ну правда, костюм, казалось бы, спортивный костюм, а он такой нежный, он такой женственный. Женственный за счет расцветки, очень модная, запринтованная курточка и брючки, это восточные огурцы, вы только посмотрите. На рибане, то есть на эластичной ленте выполнена курточка, на сквозной молнии полностью. То есть вы можете что делать? Можете костюмчик носить, вот как наша Ариша в закрытом виде, да? А можете, пожалуйста, и с топом. Арин, иди сюда на подиум к нам. Сейчас мы все втроем продемонстрируем три цвета, которые есть в наличии. Давайте еще раз. Я сегодня выбираю для себя розовый цвет. Розовый, темно-синий цвет, да, и с бирюзовыми оттенками. Наша Арина, моя тезка, сегодня выбирает для себя цвет терракотовый. Ну, а наша Лаля выбирает красный. Все три оттенка прекрасные. Выбирайте тот, который нужен именно вам. Ну и, конечно, костюм менее чем за 3000 рублей. Это что-то новенькое. Здорово, выбираем свой оттенок. Ну, а мы с девочками, ну, мне кажется, можем смело составить конкуренцию в Виагре или даже блестящем. Шутница. Девочки, детали покажите. Ариша, капюшон, посмотрите. Ветерочек дует.
прическа не портится, но это функционал. А так это модно и красиво, конечно. На кулиске наш капюшончик, это тоже очень хорошо. Кармашки демонстрируют Лали, видите, функциональная на брючках. Пожалуйста, мобильный телефон, заколка, салфеточка какая-то, все всегда, всегда под рукой. Ну что, ну давайте посмотрим удобство наших брючек. Я как раз его сейчас и демонстрирую. Широкая эластичная лента. Садится идеально. Костюм Стефания на фигурку. Почему? Эластичная лента широкая. Причем, обратите внимание, она не гуляет. Она вточная и очень эластичная, мягкая. И это ребаны. Это трикотаж специальный, который еще и обладает утягивающим эффектом, но при этом не сдавливающим. То есть фигурка будет идеально. Животик будет плоским. Это костюм Стефани. Это два в одном. И курточка, и брючки. Это отличная возможность начать знакомство, решиться на свой первый заказ. Нас с вами 27 миллионов. Я свой костюм уже выбрала и никому его не отдам. А вы определились с цветом, да? Тогда, Юль, звоним и да, заказываем. Я понимаю, почему ты его не хочешь отдавать. У нас, знаете, как светят софиты, девчонки под самыми яркими огнями. Они дают тепло, между прочим, наши фонарики в студии. Но девочкам не жарко, потому что трикотажное вискозное полотно обладает эффектом легенького холодочка, такого приятного струящегося по телу. И поэтому, конечно, когда в жаркий период, мы выбираем именно ткани, которые дышат. Дышит! Вы представляете, как это хорошо для лета. Ну и кто сказал, что спортивные костюмы должны быть мешковатыми? Нет! Красивые женственные костюмы существуют в комфортной моде на телеканале Shop & Shop.